Всем привет, меня зовут Урубкова Вероника, я записываю видеоурок для сайта artmarkers.ru. Итак, сегодня мы будем рисовать ловец снов. Для этого нам понадобятся акварельные маркеры Акашия Soul Brush Pen, для самого ловца номер 10, для перьев и бусинок номер 01, 16, 08, 15 и 05. Также нам понадобится белый маркер Zig Posterman и черный мультилайнер Zig Mangaka 005. В первую очередь мы должны обвести наш рисунок. Поехали! Теперь, когда мы обвели наш рисунок, мы стираем резинку. Когда мы закончили с ручкой, мы переходим к маркерам. Для начала мы возьмем маркер номер 10, коричневый, и будем закрашивать сам ловец снов. Также нам понадобится любая кисточка с водой или кисть с резервуаром, как у меня, Zig Brush H2O. Поехали! Sharing love like warrior. Criminal, criminal, criminal. Take care of my sister so you can't fall down. Criminal, criminal, criminal. They are all liars, like bumpers at night. Criminal, criminal, criminal. Take care of my sister so you can't fall down. Criminal, criminal, criminal. They are all liars, like bumpers at night. If you ask why, you think twice, you can take your eyes and try. If you think twice, you cannot try. Так, теперь поверх мы проходим маркером в самых темных местах и выделяем вот эти шнурки, чтобы они были лучше видны. Если у вас где-то что-то вышло, вы можете воспользоваться белым маркером Zig Posterman и чуть-чуть подкрасить, чтобы этого не было. И обводим все наши шнурки внутри самого ловца. Так, теперь будем переходить ниже и делать уже следующие ленты, которые уходят вниз к перьям.
Так, и теперь мы приступаем к перьям. В принципе, то, что самое интересное. Перья у нас будут двух расцветок. Это такие фиолетовые, пурпурные оттенки и бирюзовые. Но для того, чтобы перья между собой пересекались, мы будем эти цвета использовать и там, и там. Итак, приступим. Сначала мы будем рисовать бирюзовые оттенки. Для этого нам понадобится светлый маркер номер 15. И мы начнем, допустим, вот с этого пера. Сначала красим самое начало, выделяем ему кончик пера. И размываем. Ничего страшного, если мы пойдем наверх, наоборот, у нас будут более плавные потом переходы. И добавляем еще такие полоски полуголые. Чтобы у нас появились какие-то контрастные моменты, возьмем маркер номер 01 и добавим его. Для того, что мы размыли здесь воду, у нас теперь цвет, он получается более плавный переход, он сразу размывает его. Ничего страшного, если у вас так получилось, наоборот, это эффект станет еще более интересным. И добавляем зеленого. Можно добавить вот такие вот линии, показывающие, как у нас растут перья. И возьмем самый темный цвет, в данном случае у нас 08, и сделаем дополнительно у самого низа нашего пера, в данном случае это вверху, и делаем вот такие вот перья, которые у нас выходят от края. И добавим еще немного розового. Fighting people for the worst criminal, multinational.
Emotional, killing Mother Earth, criminal. Pharmacies and labs, they are all criminal. Politicians are the worst cause they allow it without us. Criminal, criminal, criminal. Take care of my sister so you can fall down. Criminal, criminal, criminal. They are all liars, like bumpers at night. Criminal, criminal, criminal. Sharing love like warrior. Criminal, criminal, criminal. Take care of my sister so you can't fall down. Criminal, criminal, criminal. They are all liars, like bumpers at night. Criminal, criminal, criminal. Take care of my sister so you can't fall down. Criminal, criminal, criminal. They are all liars, like bumpers at night. If you ask why, you think twice, you can take your eyes and try. If you think twice, you cannot try. You cannot try. Oh, no, no, no. Теперь, когда мы закончили с перьями, мы приступаем к бусинкам. Мы оставляем немножко места для блика. Часть раскрашиваем, оставляем немного рефлекс и размываем. Рефлекс получится светлее. То же самое делаем с нижним. Так, теперь мы берем зип-постермен белого цвета и делаем блики. Наш рисунок готов. Надеюсь, вам понравился урок. Все использованные материалы вы можете приобрести на сайте artmarkers.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!